слово народного комиссара здравоохранения товарища Примакова. Товарищи, в нашей трудовой республике каждый должен работать. У нас не должно быть паразитов, тунеядцев, спекулянтов. Трудящийся доест, лентяй, паразит, хоть умирай с голоду. А если так, то нам нужно все усилия употребить на то, чтобы у трудящихся было как можно больше силы для работы. Мы должны избегать всего, что подрывает наши силы, ослабляет нашу работоспособность, в особенности избегать ядов, отравляющих наш организм. А к таким ядам, товарищи, принадлежит табак. Яд табака действует на мозги курящего, притупляет память, ослабляет сообразительность, ведет к тяжелым нервным заболеваниям. Табак портит пищеварение человека, появляется воспаление желудка, кишок, которые после очень трудно излечить. Наконец, табак действует на сердце, портит его, а для человека сердце то же самое, что для машины двигатель. Испортился двигатель, стала машина, остановилось сердце, умер человек. Табак пагубен еще тем, что он действует как водка. Как за одной рюмкой хочется выпить другую, так за одной папироской хочется выкурить другую. И как при охмелении, так и при курении человеку кажется, будто наоборот, легче становится работать и заниматься, пропадает усталость. Но это вредный обман. Табак также подстегивает наши нервы, как кнут лошадь. И как весьма изведенная от ударов кнута лошадь, обессиленная падает, так точно падает, в конце концов, наш организм. Поэтому, товарищи, отвыкайте от курения. Или, по крайней мере, не курите там, где вы приносите вред дымом не только себе, но и другим. Не курите дома, где вы отравляете ваших детей и родных. Не курите на собраниях, вы вредите там другим. А больных чехоткой прямо убиваете. Так вреден им табачный дым. А главное, самое главное, не давайте курить детям. Взрослых курильщиков, как горбатых, не справит могила. Но дети в нашей трудовой республике не должны с самых малых лет собственными руками подрезывать свое здоровье. Каждый сознательный отец или мать не должны допускать, чтобы их ребенок курил. Если вы встретите курящего мальчика, знайте, что у него никуда не годные родители, совершающие над своим ребенком прямое преступление. Каждый честный учитель не должен допускать курения учеников. Учителя, доктора, все сознательные граждане должны шире рассказывать о вреде курения. Союзы молодежи должны повести решительную борьбу против одурманивания табаком. Товарищи, трудовая Россия должна покончить с этим ядом, подрывающим ее силы, здоровье, трудоспособность. Довольно всякое одурманивание, и в том числе одурманивание табаком. Да здравствует крепкая, здоровая, счастливая семья трудящих!